Салям алейкум, хабиби! Всем привет! Пришла сегодня вот такая вот маленькая посылка. Давай быстро ее распакуем. Посмотрим. Я знаю, что здесь находится. Находится здесь вот такая вот прикольная подставка. Запакована хорошо, что еле-еле вытягиваешь. Значит, что она из себя представляет? Вот такая вот она у нас раздвижная. Вот так вот поставил сюда либо телефон, вот так вот. Ой, ну хотя и это, да, в принципе, смотрится. Можно и вот такой телефон, любой телефон можно поставить вот так, как хочешь. Но я, собственно, брал эту подставку для блокнота. Сюда ставишь блокнот и пишешь. Очень прикольно, сейчас покажу, как это работает. Есть у меня вот такой вот специальный блокнот и специальная ручка. Ей что-то пишете и сразу же можете стирать. Так как здесь специальная бумага. И, собственно, вот так вот вы кладете этот блокнот и сразу что-то пишете. Очень-очень удобно. Фирма, если что, New Yes Notebook. Ну, и это так же само, видите, такая же фирма. На этом, в принципе, все. Вот такая крутая подставка. Захлопнули, положили в карман и понесли. Все очень просто. Ставь лайк, пока. Ну что, пора прощаться. Следующий ролик уже совсем скоро. Сейчас самое время спуститься и почитать комментарии. Кто не поставил колокольчик и не включил уведомления, может остаться без нового ролика. Я предупредил. Пока.